Вот так работает масляный насос. Это при оборотах двигателя. В общем, на частотнике 17 Гц. Вот сейчас попробую там уровень показать. Вот так вот. Где-то примерно сантиметр. Это глазок. Вот. В коробку подач перетекает вот по этой пластиковой трубочке. Вот такой уровень в коробке подач. Это валик привода. Течет оттуда масло. Как бороться, не знаю пока. Интересно, у всех так или у меня только? Кровь. Истекает кровь из станок. Ну вот. Как-то вот так. Вот еще сейчас попробую показать. Вот это на шестерне уже мы видели. Вот на подшипник.